Привет, привет. Время 8 вечера у нас. Неделю идет дождь у нас. Ребятам, говорю, в группе, айда скатнемся, поехали. Резину грязевую я снял, установил мотодор из Арда, давление тут 1,7, по-моему, у меня. Вот, поедем, прокатнемся, скоро будет темно, с фарами, по темноте. Ну, я думаю, кайфанете, да и мы кайфанем. Покатаемся по грязюшке немножко. Вот, хожу по траве, уже грязи много. Сейчас ребята подъезжают. Давай. Слушай, а неплохо это мотодор из Арда-то едет. Сейчас мы на пониженную переключились. Едем чисто на второй пониженной. Напомню, занижение 3,07. То есть сейчас у меня для двигателя маломощного раздатка с занижением. Ну, вообще прям запас мощности очень-очень много для этого двигателя с этой раздаткой. Пока получается ехать у нас. Но грязно, реально грязно. Одному страшно ехать, а в группе, в принципе, я думаю, что когда много машин, не так страшно. Ну и для себя покататься, посмотреть, как машина вообще едет. В грязи слышно, как срабатывает задний самоблок, слышно. С передним что-то у меня какая-то сейчас ерунда. Скоро его разберем и посмотрим, что там случилось. Потому что в чем суть? Когда самоблок стоит, машина поднимаешь, одно колесо крутишь, и два колеса крутятся в одну сторону. На данный момент одно, то есть как в свободном дифференциале. Что случилось, тоже пока не знаю. Так, скоро разберем. У Виктора давление 3 атмосферы. И он что-то пока хуже всех едет у нас. Вообще хуже всех. Я думал, что я на Изарде буду плохо ехать. А нет, пока вот так. Педан, резина у него нормальная. Думаю, проблем никаких не должно быть. Отсюда, короче, снимать буду репортаж. Вот. Короче, 3 УАЗика и 1 Нива. УАЗики едут вот по дороге. Нива едет по полю. Да, но Виктору как-то сложновато, да? О, все, встал. Но все равно прикольно, говорю, вот неделю дожди уже идут, настолько все промокло. Отлично, поехали дальше. А вот сейчас Патриот, Фидан. Но у него грязевая резина. Поехали. Мы на пониженной. Вот вторая пониженная. Стоим на месте. Назад. Давай. Ага. Ну-ка, третью пониженную, пробуй. Третью и газу побольше, пробуй. Давай. Все, пошла. Руль прямо старайся. Все, давай. Ровно, газ и пока едем. О, задний самоблок, да, слышно, как он срабатывает? Вот, самый нормальный зацеп, это по траве ехать. По траве грязь счищается и едет. Так, и тут та грязюшка такая уже скользкая. Сейчас впереди будет подъем, посмотрим, как поднимутся патриоты. Ну, естественно, наш Невасик как поднимется. Небольшой спуск у нас. Машина как в боулинге. А, глиняный подъемчик. Сейчас я подойду. Попросил, говорю, потихонечку. Смотри, сколько червей. Ну, здесь и камни, в принципе, есть. Я думаю, проблем не будет. Зацеп хорош. Да, глина, смотрите, сносит немножко. То есть глина срезает шинами и заезжает. Давай. Ну да, несложно. Разница, конечно, сильная, сколько атмосфер накачано.
спешим, нас много, и мы ничего не боимся. У нас прибавилась одна Нива, он едет, и Фидан на Патриоте. Сейчас здесь будет подъем, и посмотрим, как здесь будет все интересно. На Патриоте двумя самоблоками заехал спокойно. Впереди у нас Виктор на перенакачанной, так сказать, баллонах идет. Но все равно заползает. Несложно. Мы сейчас на третьей пониженной. 2000 оборотов. Не заблокированные. Побольше, побольше, побольше. Так. Давай, 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 нажимай. 200 у нас примерно. Все, зацеп поймали. И спокойно все, выехали тоже. Ну вот, смотрите, трудности Нива, короткая. То есть мы заехали три автомобиля, вышел специально поснимать. Какая резина на Ниве стоит, тоже не знаю. Какие трудности есть, да, Миш? Ну, конечно. Дорога, да, все, сопли. Скользит, по-моему. Все, наверное, зацеп поймал и поехал. Ну, на этом Патриоте, конечно, намного легче будет с грязевой резиной. Да, то, что... Но я вот сам катался на грязевой и знаю, разница небо и земля. Еще и самоблок добавили. Да, здесь установили тоже сзади самоблок от производителя ВТ. Сейчас мы едем на полигон, то есть выкопанный котлован с множественным диагональным вывешиванием. Ну, в принципе, там, наверное, накатали уже, но все равно, когда грязь, там... В сухую погоду сложновато. Я думаю, сейчас, и тем более там глина внизу. Да, визуально даже не интересно, я бы сказал, наверное. Ну, единственное, что вот этот подъемчик такой крутой. Вода сделала свое дело, выровняла. А раньше были такие хорошие кочки. Ну, здесь только надо, наверное, разгон. Назад надо, конечно. Вот там как телеген наш. Так же крутит. Едем сейчас в нормальный карьер. Где вот именно, куда мы хотели изначально. Прямо. Ну-ка, давай газу побольше. Ладно, поеду домой. Надо еще там пару дел. Газу, газу, газу. Давайте, газу. Третью. Погнали. Вот так. О, видишь, как колеса очищаются. Все, здесь остановись. А потом Ниву. Так, тоже у него грязевая резина, оказывается, установлена. Тут подъем интересно, но не знаю. Так-то я заезжал на своей сюда без сложности, но сейчас грязь. Нет, нет, тут надо. Тут надо газу, ребят. И я думаю, после первой, второй машины здесь нам вообще будет сложно. Градусов 45 подъем. Если так, 90, ну да, 45.
если до сухого докопается, то поедет. Сейчас он уже ступеньки получает. Да, тяжело. Подъема, то есть и передние, и задние колеса упираются. Отлично. Так, сейчас мы едем на солончак. Не газуй, потихоньку. Так, прямо на тяг давай. Вторая пониженная. Ага, потихонечку. Сколько у нас там? 1500 оборотов, спокойно. Вторая пониженная. Все. Догоняй. Третью. Давай третью. Все, поехали. По клиренсу мы не прошли. Вот смотрите, патриот идет. Видите, у него передний мост прям чиркает, вот этот бугорок. Мы вроде шли-шли и чувствуем, что все зацепились. О, зацепились там раздаткой, коробкой. И пока мы не движимы. Сейчас нас назад немножко сдернут. И выйти я тоже не могу, потому что у меня тут... Вот видите, как все кирлично. Выйти не могу. А сейчас Миша вытаскивает патриотом. Пока не едем, еще рывок. Как вы плотник это присели. Давай задняя. Все, дергай. Еще дергает, рывок. Поехали. Вот так вот. Вообще никак не едем. Еще рывок. Интересно. Солончак. Колеса заклеиваются. Клея большая. Забивается все. Клея вон какая, завалили. Да, стой. Получается, вот клея. Поэтому мы и сидим тут. Замыливает резину. То же самое на патриоте происходит. И на патриоте то же самое. Спортивная резина, слики. Стаскивает туда на тот брус. Вышел, все. Давай! И с колеи надо выйти. Ну, спокойно выходит. А, тащит. Стаскивай, смотрите, что делает.
Прохладненько, да? Угу. Дождик помогает. Ага. О, все, выпрыгнул с колеи. Недавно говорили, что там солончак. Сейчас мы на Патриоте попробуем его проехать. Посмотреть. Поехали 2 метра. И у вас утонул у нас. Смотрите, пол колеса, все уже. Вот это да, вот это да. Настолько сырая земля и грунт, как и говорил Федандей Солончак. Во-первых, ты на бугре стоишь, колеса как бы в ямках провалены. Пока двигаешься. Попробуешь, нет? А мне смысл? Ну да. Я сюда даже не вылезу. Не, да смотри, доехали, да, всего, и провалились моментально. Вот так, говорит, мы поняли, что это плохая идея, да? Да, интересно. Ну а что, там зельют, мочат. Виталий решил попробовать на занижениях. Все. И это все, ребят. Это такой грунт. Смотрите, он все замыливает. Виталь, это такой грунт. Вот я про то и рассказал. Я сколько машин сюда загонял, ни одна здесь не может проехать.